Компания «Электромотор» представляет вашему вниманию погружной насос «Лавара» ДОК-7. Насос «Лавара» ДОК-7 применяется для откачивания воды из затапливаемых подвальных помещений, канализации гаражей, автостоянок, откачивания воды из водоемов и открытых резервуаров, дренажных систем. Насос «Лавара» ДОК-7 имеет следующие технические характеристики. Максимальная температура рабочей жидкости 40 градусов Цельсия. Сухой электродвигатель. Максимальная глубина погружения 5 метров. Класс изоляции B. Класс защиты IP68. Производительность до 230 литров в минуту. Напор до 11 метров. Размер взвешенных частиц перекачиваемой жидкости до 10 мм. Следует отметить, что рабочее колесо, корпус насоса, болты и вал двигателя изготовлены из нержавеющей стали. По требованию заказчика дополнительно поставляется всасывающее устройство, позволяющее откачивать воду с залитого пола вплоть до 3 мм от поверхности пола. Насос «Лавара» ДОК-7 комплектуется однофазным или трехфазным электродвигателем, тепловым переключателем, отключающим электропитание насоса в случае его перегрева. Однофазные модели обеспечены поплавковым переключателем для работы насоса в автоматическом режиме. В комплектации предусмотрено 5 метров кабеля для внутреннего использования или 10 метров для внешнего использования. Электродвигатель насоса «Лавара» ДОК-7 защищен тремя кромочными. По вопросам приобретения насосов «Лавара» ДОК-7 обращайтесь в компанию «Электромотор» по телефону 519 18 20.